Облик Ледового дворца в Темиртау последний раз преображался 15 лет назад. Именно тогда на фасаде появился желтый сайдинг. Синим сайдингом оформили стены в зрительном зале. Срок службы этого материала по нормативам всего 5 лет, и он давно требовал замены. В этом году за счет бюджетных средств в здании проводится долгожданный ремонт систем тепла и водоснабжения, а также кровли, фасада и внутреннего сайдинга. Металлосайдинг, который был с 2005 года, все его полностью будет замена на сэндвич-панели. То есть зал будет уже утепленный, как термос, что для Ледового дворца это очень как бы необходимо. Не будет ни продуваться, ни холод уходить, ни тепло внешнее поступать. Наружный свет такой же остается, чуть-чуть желтее будет сэндвич-панель, а внутри синий, темный поменяем на такой бело-серый цвет, чтобы в зале было светлее и, как бы, ну, и для глаз, для всего эффективнее. Ремонт в Ледовом дворце проводится с начала мая по госпрограмме «Дорожная карта занятости». По условиям, подрядчики, которые выиграли эти работы, должны создать новые рабочие места и нанять людей через отдел занятости и социальных программ. При ремонтных работах открылись 50 вакансий, 25 человек наняли через центр занятости. Наружные трубопроводы выиграла компания «Центр тепломонтаж» наша темиртауская. Ремонт сайдинга наружного, внутреннего и кровли. Наша тоже темиртауская компания «Темирзат». Замена систем тепла и водоснабжения обошлась бюджету в 12 миллионов тенге. На фасадно-кровельные работы выделено 170 миллионов тенге. Срок реализации – 90 календарных дней. Пока, говорит администрация Ледового дворца, в график укладываются. Светлана Лебедева, Сергей Баданин, новости Темиртау.